Привет, дети! Мы закончили наш домик на колесах. И сейчас мы узнаем, что дети решили сделать внутри. О, привет, Милан! Привет! Привет! Вы все на кровать забрались? Мы в курятнике. У нас тут цыпы. Кровать превратилась в курятник? Ого, Яна, тебе удобно так есть мороженое? Прежде чем отправимся в путешествие на этом домике, давайте займемся интерьером. Что нам не хватает в вашем доме? Холодильника? Да, чтобы закрыться. Закрыться? Нет, я думаю, надо тут сделать бассейн. Ледяной бассейн. Да. Бассейн? А еще давайте туда ледышки прямо накидаем. Бассейн со льдом прямо в доме? Да. Из кровати вот туда в ледышку. Это крутая идея. Вы стройте пока каркас, а я поеду за пленкой в магазин. Давай. Да, нам понадобится пленка. Отлично, нам только работает. Пленку нам, пожалуйста, голубую купи под цвет этих трубок, ладно? Чтобы красиво было. Отсюда вот здесь есть специальная выемка, смотрите. Мимо. Да, давайте вот по столько глубины туда-туда. Ты предлагаешь поставить здесь перегородку в этой части. И где мы будем заливать, здесь воду или здесь? Здесь. Здесь. Вот это будет бассейн у вас, а здесь останется еще, прихожая, да? А давайте тут еще вот так сделаем, нам помыть ноги. Ноги? Да. Хорошая идея. Мы можем тазик поставить, чтобы ноги мыть. Милан, смотри, здесь остается прихожая еще при входе. Можно раздуться, переодеться, залезть вот так вот в воду, покупаться, потом по лестнице подняться на спальный уровень, выспаться, а когда надоело спать, опять плюхнуться в бассейн. По-моему, неплохо. Делаем так? Делаем так. Все, мы готовим каркас, пока Артем ездит за пленкой. Когда он приедет, мы ее постелим и будем наливать воду. Что еще купить, кроме пленки? Надо что-нибудь? Давайте еще ты купишь газировку. Да. И воду. Минералы, пачку, да? И простую воду. А простая вода здесь в доме? Ну хорошо, сейчас скоро буду. Эта досточка у нас будет в самом низу. Давайте примерим. Вкладываю вниз. Вот это уже граница нашего бассейна. Все? Улеглась? Да. Нормально? Я нам нужен шурупчик. Получилось? Да. Входит? У нас не уедет теперь. Прикручиваем. О, кое-что уже получилось. Дети, вы сидите в бассейне уже как будто бы. Давайте вторую палочку. Когда у нас все? Да. Палочка. Угадали с размером? Да. Дети, вы теперь как коровки в загоне. Угу. Прикольно? Прикольно. Пленочка приехала, ура! Еще много всего вкусненького. Смотрите, что там Артем привез. Да, ребят, тут и пончики, и еще куча всего. И самое классное, знаете что? Что? Смотрите, я привез, ребят, самый вкусный фрукт в мире. И самый вонючий. И ручку еще. Ну, вонючий, не надо мне тут наговаривать. Смотрите, какая вкусняшка. Хотите для тех, кто не понял, это дуриан. Но есть его надо на улице, дети, только не в доме. А то потом я здесь не смогу купаться с вами. Будем пробовать дуриан? Я не очень. Не очень? По-моему, ты его пробовал уже, да? Нет. Это кожа динозавра. Что, Диана, будешь пробовать? Да. А Даня не будет. Ты так там одной шкурки собрал. Надо-то смякать вместе. Ну что, Милан? Его пробовать. Вот так вот, вкуснее мякоть и выглядит шкурку. Выглядит не очень аппетитно. Что такое? Что, вкусно? Милан, ты куда? За водой побежал? Вкусно? На, Дань. Да. Вкусно? Хочешь добавки? Нет, мне было. Не понравилось, что ли? Да. Диан, давай ты тогда добавочки. Дань, бери, сколько хочешь. А мне вкусненько.
Так, пока мы заканчиваем перегородку, я придумал вам интересное развлечение. Диана, можно застелить ковриками вашу кровать. Еще не забудьте сделать жердочку. Так, с моей стороны есть? Держи. Так. Сейчас гнездо там будет бить. Желочка твоих. Ну, у тебя подходящая прическа для гнезда. И сделай там яички. Чисто. Открываем пленку. Ребят! Нет. Давайте спускайтесь, мне помогать. Мороженка. Там пончики, там я спускаюсь. Просто лупа. Мила, нужна твоя помощь. Нет, Милан, придется тебе плюхнуться сюда. Милан, ты сам будешь тогда не купаться. Коврик готов? И у нас бассейн готов? Да. Наливаем воду? Смотрите, там у меня классная штучка. Вот. Милан, туда встрел. Да, Милан, так нальется, наверное, быстро, да? Милан, надо включать, это все не вообще. Пожалуй, мы сделаем так. Я спас нас. Кто это у нас, дети, за хобот? Это душ. Это душ? Мы душик сделали немножко. А что, он не работает? Мы отключили воду. Ну, включайте, сейчас проверим. Льется? Да. Вроде неплохо. Смотрите, вода капает. Ой. Похоже, переполнился бассейн. Ой. Полный. Стало, пока вы кушали. Цыпленок, смотрите, как вырос. Она тоже хорошо пообедал. Рыбы здесь завелись еще. Да. И смотрите, какой большой плюс. Давай. Это самая большая акула. Ого. Это самая большая акула. Ой, а здесь еще посидеть можно, удобно. Что, купаетесь? А я вам мостик принес. Мостик нужен вам? Нужен. Мостик. Кто не хочет ноги мыть перед сном, может пройти по мостику. О, а может это будет не мостик, может это будет скамейка. А можно как стол использовать? О, вот так мне нравится больше. Теперь я смогу сидеть с курочкой и плескать ножки. А еще можно пончики здесь есть за столом. Можно тут Под мостиком плавать? Да. Давайте так испытаем. Давай. Давай. Милан, подвигайся, сейчас Даня поплывет. Даня, там акула тебе навстречу поплыла. О, моя. Привет. Я тоже. И я. Я не отплыву. Нравится вам? Хороший домик у вас. Я думал, это курица всех скинула. Мы будем делать. Уху, Диан, пончики приехали. О. Можно чай попить, не выходя из бассейна? Я лучше молоко. Молоко, Диан, минералочку будешь? Да. Милан, вот еще минералочка есть. Ты мальчишку показываешь? Да. А меня выдержит, как думаете? Мостик. И можно прыгать в воду, да, не сразу? Да. Второй пошел, и третий, лягушонок. С самой высокой точки будешь прыгать. Я вижу уже очередь. Большая очередь. Вот так. Давайте на гору завтра уже поедем.
Все, давайте посмотрим, что будет с бассейном после поездки. А сейчас протестируем, да. Едем кататься. Ну что, вы готовы по катушкам? Да, капитан! Да, капитан Палку! Как, не сильно шатает? Нет. Может, проверим, удобно будет спать? Я не чувствую, как всегда. Да? Да. Давайте наверх залезем, посмотрим, спать будет удобно? Так давайте, дружно по очереди, аккуратно. Это вот так на вас. Что, дети, завтра едем в путешествие, да, вместе с бассейном, да, и с водой? Да, да. И с камерой. Надо обязательно показать все ребятам, да? Кстати. Манки-тур!